крупным планом. Ой, нехорошо. Галя, я очень рада, что вы пришли. Спасибо. Приветствую вас. Да. Спасибо большое. И Аннушка у нас сегодня элегантная. Садитесь, пожалуйста. У вас. Я еще не видела. Что вы не видели? Не видела этого платья. Элегантное. Что вы не видели? Ой, я в сундуке. У меня в сундуке ни один сюрприз. Это у вас это бирюза, да? Это, знаете, моей бабушки. Вот еще раз посмотрите на меня, пожалуйста. И на нем написано «Пью за ваше здоровье». Да? Ну, исламскому, видите, это старое здоровье. Да. Я с вами не поздоровалась, здравствуйте. Все, сидите. Поцеловала вас щечки. Тоже ничто это. Но это цвет. Только тебя дни, каждый раз вижу. И стоим старый русский. Вижу. Надо от света, поэтому я не могла оттуда вас сфотографировать. Это ваш аппарат, да? Нет, это аппарат Анны Юрьевны, но мы его привели в действие. Он, сколько там, один раз? За все 15 лет он действовал один раз. О, Надежда Николаевна, просто княгиня, великая княгиня по позе сидит. Прямо замечательно. Наконец-то, все-таки нам кавалер второй нужен. Да. Анатолий Григорьевич. Поздравляю вас. Спасибо большое. Леночка, иди сюда. Много-много-много повторений. Много раз. Вот это я встречала Анатолий Григорьевич Ридиков, наш новый сосед. Здравствуйте. Сидите. Что же встаете? Леночка, садитесь. Я должна я моложе вас. Галя, и нечего вставать. Это я. Вы моложе? Лена Семеновна просила вас передать привет. Спасибо. А вы не Людмиле, это Киеве. Что? Нет, вот Киев. Вы сейчас его половину человека считали, да? Я тоже. Потом смотрю в зеркало. Я же мать его. Что-то такое не то. Так я думала, что вы все... Я мама Лена. Так я знаю, но я думала... Анатолий Григорьевич Ритиков. И Галя, мы знакомы, да. Как вы устроились, все хорошо? Аннушка, вы знаете Потапов второго нашего кавалера? Виктор, знаете? Потап из Вашингтона, целым автобусом. Садитесь, да. Леночка, садитесь. Такое кресло замечательное. Нет. Садитесь, Леночка, садитесь. Мы просто сядем за стол и все. Да. Ну и он, и Людочка. А вы за что? Идем Илюша, здравствуйте. Я уже начала выполнять вашу роль. Испугалась, думаю, что такое Илюша не идет. Кинооператор не идет, Володечка. Замечательно, да? А что люблю, не люблю? При чем здесь это? Люблю. Мы снимали так. Все, мы уже все это освоили. Так. Это я снимала. Так, Илюшенька, раздевайтесь, пожалуйста. Все, я останавливаю. Сейчас я Илюшечке все буду рассказывать. Стойте, Илюшечка, я вас сейчас как виновника сфотографирую. Это что, Илюша? Илюша наконец пришел. Ну, так, приблизительно, у меня с шинами дело еще, но посмотрим, еще время, как приблизится к 3 часам, я думаю, я смогу что-то сделать. Посмотрим. Да нет, а в чем же дело, машина есть? Ну, шины меняю, и должен кончить, и все. В котором часу? Все, рекорд это все. О, она сама останавливается. Вот уже идет, да. А останавливается нет. Тебе рекорд, да. Я вот сейчас вспоминаю, сколько. Нет. Сколько минут прекрасных мы провели. Вот она Юрьевна. А помните, когда мы пели? Ой, не говорите. Пели Маша, Петруша тут маленький. Вы эту не будете зажигать, да, вот эту? Вот, да, обязательно. Вот сейчас, обязательно, когда Анна Юрьевна будет зажигать вот эту лампу. Мы с вами получили научный гимн. Нет, мой гимн новый. Русь, вставай. Я теперь называю не друг вставай, а Русь вставай.
Люаня, и Илюша тут был? Илюша, ты тоже пел? Ну хорошо. Хватит. Ливка. Я думаю, что не надо простить. Не надо, я там что-то хорошо, что ты сидишь. Сиди, ну-ка, Илюша, дай-ка сюда. А куда не столько же километров, сколько Ричфильда до Нью-Йорка? Ну, значит, мы разговариваем, мы принимаем Асю, а Илюша потом придет, мы его пригласим. Идет аппарат, да? Да, идет. Ты видишь, что хорошо. А это Аннушка наша, видишь, вот это хорошо. А тут Сэнди внизу. Да, ну вот Анна Юрьевна, хорошо бы всех вот представить, когда хорошо Анна представить. Видишь? Ой, у вас вода там течет, уже загрузка. Это опасно. А тут Володя Русак. Потом Людмила Попова, Александр Григорьевич Анатолий, Анатолий Григорьевич Ритиков, и Надежда Николаевна Попова, Ася, Галя, Павел Романович Валуевы, Леночка и я. Вот, и я. И Илюша тут, который снимает. Я как раз хотела снять Илюша. Типичный фарм.